исходное положение, колено-локтевая поза. Удерживаем гриф ступней. Больше делаем акцент на пятку. Основные моменты здесь — не уводить гриф сильно к носку, чтобы не было лишней нагрузки на голеностопный сустав. Прямой угол при отпускании у нас должен быть между голенью и задним бедром. Локти стоят прямо. Максимально тянемся вверх за ногой.